Воскресе воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешное спасти, от них же первое есть спас. Еще верую, хоть и самое чистое тело Твое, и самая честная кровь, молюсь я об Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешения мое вольное и невольное, между словами же делами же видением и неведением, и с подобиями они сужденно причаститесь и причастить Твои тайны, в оставлении грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастника, причастницу мя прими, ибо врагом Твоим тайных грех, не лобзание эти нам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не суд или в осуждении во дне притечения святых Твоих тайн, Господи, но в исцелении души и тела моего. Аминь. Причастие, мой дорогие братья и сестры, и дух чаш, подходя к чаше руки на груди, скрестите крестообразно, громко называйте свое православное имя, перед чашей не креститесь и не кланяйтесь, меня с благовением святой дары, а хотите запивать теплотой. Тело Христово, примите источником и спрятаком, учитесь.